В Орловских дворах финишируют ремонтные работы. Как справились со своей задачей подрядчики в 909-м квартале, выяснял первый вице-спикер облсовета Михаил Вдовин. Он побывал во дворах домов по улице Чечневой, 3, Планерная, 75. Во время ремонта с жалобами на некачественную работу подрядчика к депутату обращались местные жители. В итоге общий язык найти удалось. Замечания подрядчики обещали устранить в ближайшее время. Объективно оценить итоги работы дорожников будет возможно после лабораторных исследований проб асфальта. По дорогах остался небольшой объем работы, практически на 2 дня. После того, как все недостатки будут устранены, комиссионно с присутствием жителями будем принимать двор. Напомним, в этом году в Орловском регионе благоустроят 175 дворовых и 35 общественных территорий.